Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить вор. Итак, мы с вами пробрались в храм хабиритов, вот, в виде послушника, как бы так сказать, под прикрытием. Зачистили там первый этаж. В комментах вы сказали, что здесь нужно будет действовать на время, вот. Здесь нужно будет действовать на время, включать некие... Некие рычаги, короче. А вот один мы с вами нашли. Вот, также в комментах мы написали, где находится еще один. Он находится в саду, но я еще не смотрел, не искал, потому что я еще до сада не дошел. Ну, собственно, вот этот вот сад. Я так предполагаю, вы сказали, что нужно пройти вдоль стены, и там он будет... Там я его найду. Окей, это разберемся. Вот. И помимо этих двух рычагов есть еще несколько. Я так и не понял, правда, сколько. Вот. Да, вот не понял, сколько. И вот этот звук был, который в прошлой серии мы с вами услышали. Звук непонятный. Это говорит о том, что мы не успели. В том, что говорит о том, что нужно по новой идти и включать, короче, эти самые рычаги. Рычаги, они нужны, чтобы мы смогли достать с вами... талисман воздуха. Вот, ну окей, давайте я продолжим. Так, это что? Это обычные бутылки, да, это обычные бутылки, мне нам не нужны. Окей, там спуск в погреб, туда пока не пойду. Давайте осмотрим этот этаж. А, вот, собственно, я и в сад вышел. Окей, ладно, давайте по порядочку начнем. Здесь мы убили... Точнее, не убили, а точнее оглушили очень много, большое количество этих самых эмеритов. Так, окей, давайте пойдем вдоль стены, вы сказали идти. Вдоль стены. Все, я нашел, короче, этот рычаг. Окей, спасибо за подсказку. Так, два рычага есть, я пока их нажимать не буду, потому что нужно понять еще, куда мне идти, нажав эти рычаги. Вот, и в принципе найти их все. Так, два рычага есть, давайте осматривать, искать еще остальные. Ну и по ходу еще, короче, исследовать всякие комнаты, всякие. Пусто, все пусто. У нас еще библиотека. Там сундук не открыть, потому что нужен ключ. Судя по всему, я так предполагаю, что ключ может быть где-то в тех комнатах, которые тайные, которые. Так, это я заберу, окей. Я заберу, окей. Посмотрим. Нет здесь рычагов. Можно прочитать. Здесь покоится брат Терренс. Он бился с неверными до последнего вздоха. Окей. Так, здесь покоится отец Тиол. Несравненный наставник, все же оставшийся учеником на пути дисциплины. Окей. Так. Здесь еще нет никаких рычагов. А то не пробраться. Я застрял. А, фу. Отстрел. Так, это кто? А здесь покоится несчастный брат Дейл. Погребен в онном месте как символ неусвоенных уроков. Так, рычагов никаких не вижу. А где? О, посмотри. Рычаг. Ага. Запомним, с перевернутым, короче, молотом здесь рычаг. Ага, третий есть. Здесь покоится брат Мейсон, наипреданнейший из учеников. Окей. Так, а вот эти вот, их не почитать, да? Ну, я думаю, раз вот здесь есть один... Так. Здесь покоится брат Вейнрайт. Да, вращаются колеса его во веки веков. Колеса. Окей, допустим.
Так, ну я думаю, здесь больше рычагов нет, потому что очень близко друг к другу, я думаю, они не будут находиться. Вот. Так, три рычага. Один у нас, где первый молот был, второй у нас в саду, и третий у нас вот здесь вот в какой-то могиле. Почти в склепе, короче, почти в могиле. Окей, ладно. Давайте по порядочку начнем. Так, это, кстати, запретная комната. Нет никто. Да хорошо. Так, том 113 мы читали, такой не помню. Удар Диаса твоего единожды сделанный не может быть отменен, но удар, не сделанный из-за боязни, есть худший изъян. Не будь осторожным, будь точным. Понятно. Будь точным, да бляха, этот провод от наушников тут мешает. Будь точен, будь точен. Так, хлебушка. Похавать, аж проголодался. Идем дальше. Тоже, кстати, тайная комната. Гаррет и тайные комнаты. Гаррет и запретные комнаты. Сыр. Хорошо. Опа. А вот, скорее всего, ключ, короче, от этого, от сундука. Том 77. Что есть древо, как не башня, которая сохнет и умирает? Что есть озеро, как не сосуд, который застаивается и заполняется илом? Что есть тропа, как не мостовая, которая ухабиста и размыта? Что есть, а? Вот что есть. Напишите в комментах, что есть. Так, здесь ничего нет. Здесь ничего нет. Так, идем дальше. Это какой-то склад, что ли? Хера себе молотов. Хера себе они тут наделали. Ужас. Натворили тут молотов. Мне такое ощущение, знаешь, они уже как эти, как больные, как фанатики, знаешь. Они уже от нефиг делать, короче, эти молоты херачат, короче, штампуют. И им складывать уже некуда. Они просто разбрасываются этими молотами туда-сюда. Налево-направо. Так, это что? Это здесь посуду моют или это что? Или это такой душ? Как стоило для коров. Так, пока туда не идем. Давайте здесь. Ага, это кухня. Ну, скорее всего, там это моют там эти посуды все-таки. Так, это что такое? Помидоры? Эту штуку мне не взять. Хотя здесь тоже могут мыть посуду. Это если очень дофига посуды, короче. Ну, вот. То несут туда, короче, и моют. Так, а этих-то нет здесь. О, дорогое венцо. Бухлишка. Нигде здесь нету рычагов. Так, три, да, рычага есть. Три рычага есть. Запомню. Главное не забыть, где они находятся. Потому что надо будет быстро, я думаю, это все нажимать, бегать. Так, окей, давайте даже нам идти. Так, это спуск вниз. И пока тут спускаться не буду. А, ну все-таки понятно. Это у нас... О, а это этот талисман воздуха, смотри. Там рычаг еще какой-то. А это не тот рычаг, который нам еще нужен. Бляха. Там еще спуск вниз. Так, окей, запомним, что нажав все рычаги, нам надо будет бежать сюда. Судя по всему, откроется мост. Я так предполагаю. Давайте. Главная сейчас задача, короче, найти эти рычаги. Так, я там везде был.
Ага, вот в этих комнатах я не был. Это опять у нас запретное. Тихо. Тут кто-то есть. Там в той комнате кто-то есть. Еще один ключ. Кстати, надо будет вернуться. Попробовать. Сундук открыть. Так, здесь кто-то ходит, надо аккуратно. Короче, это, он пойдет, и я, короче, за ним пойду. Уже какой? С правой стороны сейчас находится. Идешь? Эй! Эй, ты идешь? Он только что ходил, ходил туда-сюда, короче, не будет же он стоять сейчас вечно там. Эй! Где я застрял? Собака Гаррет. Просто встрял. Просто встрял, короче, в проеме, прикинь. Слишком жирный. Еще и... Вот, вот что значит хлеба нажраться, короче. Нажрался хлеба, сыра, там всякой хрень. Это что? Молот. Еще один молот какой-то взял. Так. И снова хлеб. И снова хлеб. И так в дверной проем не можешь пройти, и снова все равно ешь этот хлеб. Еще ключ. Сколько ключей-то, бляха, взял? Так, а здесь что? Не мог бы что-нибудь припрятать золотистое там. Так, окей, ладно. А, погоди-ка. Чуть не пропустил, а? Я думал, там что-нибудь будет интересное. Так, ладно, идем дальше. Тут что, никто? Там корона, смотри. Извините, корона. 2400 нам надо украсть. Не знаю, в принципе. Получится ли, не знаю. Ну, должно получиться, я думаю. Должно получиться. Так, окей. И давай здесь сейчас еще проверим, потом поднимемся наверх и посмотрим сундук. Так, хорошо. Неплохо. Еще ключ. Ключи-то, ключи-то. Так, понятно. Здесь, в принципе, все. Там еще вон туда вот есть вниз. Короче, вниз осталось только идти. Ладно, давайте сейчас сгоняем наверх, посмотрим, короче, что у нас там в библиотеке. Подойдет ли какой-нибудь ключ к сундуку. Хотя, а где они? Где они ходят? Тут я везде был, да? Хорошо. Так, ключи. Отлично. Самый первый попал. Свиток. А, клеть, в коей находится талисман, может быть открыта лишь тогда, когда отомкнуты 5 запор. 5, во. 5 запоров нам надо, короче, найти. 5. 3 мы нашли, еще 2. Запоры все расположены в различных местах храма. Один пребывает с братом Мейсоном, другой за черепом святой Йоры, третий на кухне близ печи. Так, на кухне. На кухне я был. Так, надо будет сгонять еще сейчас на кухню. На кухне близ печи, четвертый за пыточной скамьей, что развязывает людям языки. Такого мы еще не видели, да? А пятый за древом у краеугольного камня. За древом...
Все запоры должны быть отомкнуты в течение 5 минут. И тогда сделано сие, то можно открыть клеить талисмана. К тому же, кто будет брать талисман, надо нам сперва произнести молитву строителя стен. Так, погоди, молитву мы взяли с вами. Ага. Так, печь. Погоди. А череп, это мы знаем, это у нас, где первый молот был, да? Там за черепом, короче, за пьедесталом за этим. Вот. Дальше могила. Могила. Окей, мы нашли могилу. Это вторая. Третий за древом. Скорее всего, это, наверное, вот здесь, да, получается, за древом. За древом это вот это. Ага. За древом это, скорее всего, здесь. Так, а печь и пыточная камера. А, печь и пыточная камера. Так, пошли к печи. Печь, нам нужна печь. Нам нужна кухня, нам нужна печь. За печью, он сказал. За печью. А где? Вот она, печь. И где? Так, погоди, еще здесь что-то. Террес, мы уже почти закончили переделку старых кухонь в новую сокровищницу. Все кухонные припасы ныне перенесены наверх, а некоторые из церковных ценностей перенесены были вниз. Вся работа должна быть завершена в течение недели. Нолма. А! Погоди. Старые. Это новая кухня. Старые внизу. Окей. Так, а где там спуск еще вниз был? Погреб. Погреб. Нам нужен подвал, нам нужен погреб. Спивот. Ищем печь. Еще ниже. Ищем печь, короче, и... И пыточная камера. Пыточная камера по-любому здесь внизу должна быть, потому что... Тихо. Потому что я думаю, в любом случае, здесь внизу, в подвале... Производили пытки. Производят пытки. Так. Куда ушел ты? Эц. Хорошо. Хорошо прилетело. Так, кто-то спит, слышу. А что, туда бросить не можешь, что бросить? О, хорошо. Леха застрял еще тут. Так, ищем печь и ищем... ну, это если я правильно понял. Что старая печь... старая кухня была здесь, внизу. Так, отсюда я пришел. Это круговая, бляха. Закрытая комната. Погоди-ка. Спит. Надо вырубить его как-то. Так, у меня есть маховые стрелы, погоди. Я знаю, как они спят. Я знаю, как они очень бдительно спят. Поэтому маховая стрела. Идем аккуратно. Все отлично. Никого вроде не слышу, никого вроде нет. Ладно. Ой, бабки. Бабки и том 199. Изъян в шестерне ведет ее к разрушению. Изъян в балке дает приюту, приют термиту. Изъян в добродетели человека неизменно ведет его к смерти. По-моему, читали такую, да? Леха. Хорошо. Хорошо. Дама. Дама. Пыточная. Пыточная. Хорошо, ищем здесь. Ищем здесь... специально, да, так сделано, чтобы кровь стекала. Чё это? Пыточная. Специально сделано, чтобы кровь стекала, да? Это у меня, короче, в комнате тут кошки зашуршали. Мне показалось, что это такое. Я думал, в игре, что это такое. Так, о, отлично. Это четвертый. Так, нужна печь. Нужна печь.
Блях, еще ниже там. Охренеть, еще здесь. А, понятно. Понятно. Это я внизу вышел. Окей, нужно печь. Печь в любом случае нужно найти сейчас. Так, а что здесь? Может, это выход? Может, я отсюда смогу выйти? Леха, ходов. Ай, стоит спиной, бляха. Аккуратно. Что это за склеп я нашел? Он что, рэп читает? Вони-вони-вань, вони-вони-вони-вань. Вони-вони-вань, вони-вони-вони-вань. Где ты идешь? Ради создателя. Бляха! Хорошо. Так, ладно. Выйди еще наверх. Так где я не был? Я заблудился, короче. Оттуда я пришел, да? Так, где там у меня газовый? Эй, загадка. Хорошо. Эй, загадка, представься. Или как там? Загадка, разгадайся. Как там, я не помню, как он там говорил-то. Так. А, ну все, да? В принципе, все. Возвращаемся. Нам нужна печь. Печь. Нужно найти старую кухню. Старые кухни. Так, мы в клетках, никого. Клетки нам не нужны. Нам нужна старая кухня. Так, запомнили, да, здесь? У нас будет 5 минут. 5 минут. Или я не так понял? Погоди. Или все-таки у той печи? Опа. Здесь что-то еще закрыто. Тихо. Охренеть. Смотри, сколько там денег. Бляха. Это золотая жила, мать его. Ты посмотри. Ты посмотри. Ништяк. О, нашел. Окей, друзья, нашел. Так, давайте... давайте, короче, сейчас сообразим. Здесь еще посмотрим. А, ну все, в принципе, да? Это у нас идет... Ага, в могильник. Ага. Так, где там? Печь, короче, пытальня, и там наверху сад, череп, и... Где еще один? И могила. Так, все, погнали. 5 минут у нас есть. Как раз. Идем. Что там? Это как ее? Пытальня. Пытальня. Вот здесь. Так, ну, А2.
Я надеюсь, реальные 5 минут. Так, а как, куда? Наверх, мне нужно наверх теперь. Ну, эти охрана теперь мне, в принципе, не должна помешать, потому что я же их вроде как очистил. Так, погоди. Я забыл. Так, могильник и сад. Сад. Так, за деревом. Сад за деревом, окей. Могильник. Так, вот здесь, да? Окей, могильник и череп наверх, на самый верх, короче, на первую комнату. А, нажать, короче, и, судя по всему, мне еще надо будет за это же, ну, за продолжительность этого же времени, короче, добраться до талисмана. Судя по всему, да? Понятно. Так что надо, короче, это... Не тормозить. Так вот здесь. Все, 5. Ёпти, блин. Такие звуки прям вообще жесткие. Так, ладно, где там? Я заблудился, короче. Где спуск вниз? Где? Так, теперь главное не заблудиться в этих коридорах. Быстрей. Где-то здесь или он туда? Погоди, я забыл. Вот здесь. Нет, это кухня. Нет, а куда? Погоди-ка, стой. Еще как время выйдет, будет плохо. В принципе, я сохранился. Отлично. Блёха! А, во. Я думал, я не успел. Здесь никакого подвоха нет. Ой, в смысле? Молитву. Да в смысле молитву-то читай, ну? Это не то. Ага. Так, вот здесь. Я весь строитель стен, пусть же стены мои держат крепко изо дня в день, из года в год, из века в век. Пусть же стены мои стоят, покуда семьи трудятся, армии идут, а империи рушатся. Если им строитель стены, стены мои станут вовеки служить оплотом против зла. Об этом молюсь я и тогда и... Да, и прибудет на то воля Господа строителя. Что-то... Лёха. Ёпти бать! Атас! Валим. Так, ну я думаю, здесь и этих... Охраны-то нет, я же всё повырубал. Главное, чтобы новое не набежало. Так, мне надо выбраться отсюда теперь. Ну, скорее всего, получится так же, как я вошел. Отключить никак? Не отключается, падла. Так, где там выход наверх? Отлично. Лестница наверх. Ну, в принципе, знаешь, она не такая сложная, в принципе, миссия, да? Тихо, ты откуда здесь? Мы одного же не вырубили, помнишь, да? Леха! Иди!
Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Давай бегом. Бегом. Отлично. Фу, получилось, миссия комплит. Я думал, не получится убежать. Окей, мы с вами все с вами выполнили. Так, ну, миссия, да, такая, знаешь, коротенькая, 48 минут всего, по сравнению с предыдущими, с всеми этими миссиями. Все-таки она такая быстренькая, да, 48 минут можно было за одну серию, как бы, в принципе, пройти, но ладно. Так, найдено 2758 из 2758, отлично, мы полностью все нашли. Скрыто один замок, ударов со спины 0, ага. Не вот этого не понимаю, ударов со спины 0, я же со спины бью, поглушенно. А, либо это удары, которые мечом удары, да, которые, чтобы убить, понятно. В прыжке один. Опять в прыжке кого-то зафигачил. Так, ага, ага, найденное врагом тело один. Все отлично. Друзья, отлично. А, продолжим. В следующей серии мы все талисманы нашли, получается. Нам осталось теперь вернуться за глазом. Вот. И отдать глаз Константину. В принципе, я думаю, уже к концу подходит. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм. Комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.